Добрый вечер. Основные события дня в материалах наших корреспондентов в студии Павел Вильковский. Коротко о главном. Деньги потекли на Дон. Регион получит средства на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу из федеральной казны. Волнение как на экзамене, конкурс как в престижных вузах страны. В Ростовской области проходят соревнования госслужащих. На звание лучшего претендуют 17 человек. Уникальная реликвия вместо мебели. Более полувека семья обедала за столом, сделанным из старинной иконы. Загадку села Маргаритовка разгадали донские ученые. С сегодняшнего дня работающие пенсионеры стали получать больше. Прибавка коснулась 300 с лишним тысяч жителей области. Размер повышения определяется индивидуально и зависит от взносов, начисленных работодателем. В среднем эта сумма составляет 139 рублей. Законодатель, вернее, сохраняет за гражданами возможность подачи заявления. Это в тех случаях, когда 12 месяцев после предыдущего перерасчета или назначения пенсии уже истекло, а до 1 августа еще сохраняется определенный период времени. Напомню, в этом году пенсии были проиндексированы дважды, в феврале и апреле. Сегодня средняя трудовая пенсия по возрасту в Ростовской области составляет 9961 рубль. Ростовская область получит средства на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Такое распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Почти 3 миллиарда рублей выделено для 7 регионов страны, на территории которых состоятся матчи. Ростовский спортивный комплекс должен стать центром левобережной зоны. О ходе строительства расскажет Валентина Назаренко. На левом берегу Дона скоро появится остров, правда искусственный. Его появление – это второй этап строительства стадиона. Площадку для сооружения основания поднимут на 6 метров, что позволит избежать затопления в паводок. К 2018 году здесь создадут все условия для проведения игр чемпионата мира по футболу. Будущий футбольный стадион в Ростове станет центром левобережной зоны. Он объединит здания водного грибного канала, а также места отдыха, торговые и развлекательные павильоны. По задумке новый комплекс будет располагаться на зеленом холме, являясь частью природного ландшафта. Архитекторы учли опыт проектирования лучших футбольных арен Европы и мира. Одна из компаний, участвующих в разработке, внесла свою лепту в проектирование Казанского футбольного стадиона, построенного к Универсиаде. По схожему принципу выполнят и кровлю ростовского стадиона. Она будет легкой и экономичной. Мерцающая облицовка фасадов напоминает об искрящемся на солнце Доне, а крылья кровельных конструкций, летящие над стадионом, своими изгибами вызывают ассоциации и с рекой, и с облаками, и с небом. В этом смысле Ростов-на-Дону сегодня в наиболее выгодной, видимо, ситуации вот из тех стадионов, которые мы проектируем, потому что мы уже пришли не на пустое поле, нам отдали основной концепт, он был проработан, оставались детали, оставались там какие-то элементы, которым было сложно как бы совместить, но мы это сделали. К чемпионату мира 2018 на территории Ростова будут работать 4 тренировочных площадки. Стадион «СКА», «Локомотив», «Юность России» и «Олимп-2». Три города – Новочеркасск, Азов и Таганрог – тоже заявили о желании стать подготовительными базами для спортсменов. По базам команд нужно понимать, что базы команд будут определены Федеральным министерством спорта Российской Федерации. И из трех баз, которые мы предлагаем, может быть выбрана одна, может быть не выбрана ни одна база, поскольку каждый из субъектов готовит гораздо большее количество баз, чем они потребуются в реальности. Пустовать после чемпионата мира ростовский стадион не будет, обещают власти. Новый комплекс станет местом проведения спортивных соревнований, тренировок, выставок и концертов. Валентина Назаренко, Андрей Коробко, Юрий Санкин. Главные новости. Почти 20 лет ростовские водители платили фактически за воздух. Все это время на Курской, 18, работала незаконная парковка. Документов на право собственности или аренды земли у хозяина при проверке не оказалось. Участок принадлежит городу. Сегодня произволу пришел конец. В считанные часы ограждение стоянки удалось демонтировать. Добровольно снести парковку нарушитель отказался, хотя в этом случае дело было бы закрыто. Теперь же недовольство выражают и сотрудники несанкционированной стоянки, и водители. Первые в одночасье остались без работы, вторые – без парковочного места. Некоторые заплатили за него на месяцы вперед. Вернут ли им деньги, пока неизвестно.
В целях устранения нарушений федерального законодательства прокурором Ленинского района города Ростова-на-Дону в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону предъявлено исковое заявление гражданину Синковенко об обязании освободить земельный участок по улице Курская, 18 в городе Ростове-на-Дону. Добавлю, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье самоуправства. Освобожденный участок, возможно, будет использоваться под строительство железнодорожной развязки. В Ростовской области продолжается розыск сбежавшего заключенного. Накануне из колонии поселения в Батайске совершил побег Гиберт Владимир Иванович. Осужденному 37 лет, приметы: высокий рост, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русые. В 2010-м он был приговорен к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы за кражу и хранение наркотиков. Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где может находиться этот человек, просьба обращаться по телефонам, которые указаны на экране. Укрепление обочины чуть не стоило дорожникам и автомобилистам жизни. На 1078-м километре трассы М4 Дон найден взрывоопасный клад времен Второй мировой. Он лежал в паре метров от дороги. Ежедневно опасности подвергались сотни людей. Обнаружили взрывоопасный предмет, похожий на мины. Мы немедленно сообщили сотрудникам ОВД и своему непосредственному начальству. Прибывшие на место взрывотехники установили, находка действительно является 45-миллиметровой боевой миной, и любой толчок мог привести к трагедии. Саперы извлекли опасный клад и отправили его на утилизацию. По словам специалистов, это явно не последний привет из прошлого. На территории области каждый месяц находят снаряды времен Великой Отечественной. К счастью, их удается вовремя обезвредить. Донское управление Федеральной службы судебных приставов вошло в десятку лучших управлений России. Таковы результаты полугодовой работы. Вместе с этим на 400 миллионов рублей увеличилась и сумма, взысканная с недобросовестных граждан. Таким образом, благодаря работе ведомства, казна пополнилась почти на 4,5 миллиарда рублей. Мы придали большое значение в работе во втором полугодии исполнению таких социально значимых исполнительных производств, как возмещение задолженности по заработной плате, представление жилья детям-сиротам, которые, так сказать, остро нуждаются в жилье, взыскание задолженности в топливо-энергетическом комплексе, ну и особенно еще, и также по взысканию алиментных платежей. Судебные приставы оказывают активную помощь органам внутренних дел. За минувшие полгода сотрудники ведомства задержали около сотни жителей, скрывающихся от полиции или суда. Волнение как на экзамене, конкурс как в престижных вузах страны. В Ростовской области выбирают лучшего муниципального служащего. Чиновники высокого ранга проверяют знания своих коллег в сфере муниципального управления и оценивают личностные качества участников. До финала дошли 17 человек из 88. Екатерина Лободина познакомилась с претендентами. Со стороны финал конкурса «Лучший муниципальный служащий» похож на привычное совещание в кабинетах власти. Только участники ведут себя как на экзамене. Ходят по одному и в классической манере госслужащего рассказывают о своих достижениях и о том, что можно улучшить в своей работе. Рациональное распределение функций между специалистами департамента, определение координации действий специалистов департамента. Первые два этапа директор Шахтинского департамента культуры Светлана Морозова, как и все конкурсанты, прошла заочно. И только в финале встретилась со своими соперниками лицом к лицу в комнате ожидания. Мнение о чиновниках у женщины изменилось сразу после того, как 4 года назад сама попала в их ряды. Чиновник чиновнику рознь. И я еще ни разу, наверное, не встретила холодного, бездушного чиновника. Во всяком случае, в той администрации, в которой я работаю, это... Я даже не знаю, почему создается такое мнение о чиновниках. Собственно говоря, чиновник – это же не характер. В сфере муниципального управления госслужащих экзаменуют представители всех министерств. За 3 года популярность таких соревнований заметно выросла. Конкурс как в лучших вузах страны. Претендуют сразу 9 человек на место. Борьба идет в 3 номинациях. Лучший муниципальный служащий городского округа, муниципального района и городского и сельского поселения. Я думаю, что и стать чиновником, и работать чиновником – это большая честь для человека и большое достижение. И мы добьемся, чтобы люди все-таки поняли, что работа чиновника прежде всего направлена на то, чтобы людям Ростовской области было жить лучше и комфортнее. Помимо гордого звания, нагрудного знака и диплома, победители получат привилегии. Например, в прошлом году 7 участников пошли по карьерной лестнице, а один занял руководящую должность. Екатерина Лободина, Владимир Иванов. Главные новости.
Уникальная реликвия вместо мебели. Более полувека семья из Азовского района обедала за столом, основой которого оказалась часть старинной иконы. Столешницу с подписью на обороте обнаружили археологи. Наш корреспондент Елена Баранникова готова рассказать о находках подробнее. Сия святая икона списана с чудотворного образа святого великомученика и целителя Пантелеимона и освящена, и посылается из монастыря его, что на Святой горе Афонской. Постучав в двери этого дома, археологи даже не представляли, какое открытие ждет их за столом, а точнее под ним. Сам лик святого, видимо, был срезан задолго до появления этой реликвии здесь. Но, судя по надписи, икона прибыла на Дон из Греции в конце позапрошлого столетия. Упомянутые в обращении имена – семья основателя села. Хозяйка дома до визита ученых о ценности своей мебели не догадывалась. Столик ей подарила соседка более 50 лет назад. Возьмете стол у коридора, мы еще и совсем ничего у нас и не было. Возьмем, а че ж? И взяли. И вот это вот в 61-м году он поступил к нам, этот стол. И у нас он где все время в коридоре, в кухне, больше нигде в хате он не был. Тем временем археологи приступили к поиску следов Благовещенской церкви, месту, где находилась икона почти полтора века назад. Первые раскопки успехом не увенчались. Под слоями породы ученым открылись части пока неизвестного строения. Что находилось на этом месте в конце 19 века, археологам еще предстоит выяснить. Но уже есть одна интересная находка. Здесь на кирпичах сохранилось необычное клеймо. Инициалы, возможно, принадлежали тем самым основателям села, упомянутым в послании на иконе. Те же буквы на кирпичах нашли на раскопках неподалеку. Куда переместить разведку, подсказали старожилы. Говорили в районе метеостанции. Вот сзади меня метеостанция находится. И мы забили здесь три шурфа. И обнаружили действительно фундамент какого-то крупного здания, да, постройки. Вот, скорее всего, это действительно церковь. Находки, архивные документы и старые фото – все сходится, говорят ученые. Однако заявлять со стопроцентной уверенностью о находке церкви пока не готовы. Необходимо провести дополнительные дорогостоящие исследования. Елена Баранникова, Юрий Санкин. Главные новости. На этом пока все. Далее прогноз погоды и новости донского спорта. Оставайтесь с нами.